Губернатор Приморья встретился с делегацией Трудовой партии Кореи. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества. Отдельная благодарность для того, чтобы наши ребята ближе познакомились с вашими детьми, с тем, чтобы эта дружба продолжалась, вот, так как она уже на протяжении там более 100 лет между корейским и российским народом идет, и особенно она особое значение приобрела в последнее время. Одним из важных направлений глава региона назвал сотрудничество в спорте и молодежной политике. Мы закладываем камни, фундаменты в будущее строительства отношений. Это та большая работа, которая ведется с детьми и в Корейской Народно-Демократической Республике, и в Российской Федерации, в частности, в Приморском крае. Поэтому приезд большой делегации детей КНДР для участия в наших играх «Дети Приморья». В феврале приезд непосредственно волейбольной женской команды сюда. Вот, в марте команды по боксу. В последующем мы готовы отправить тренера и сопроводить это в том числе всеми необходимыми экипировками для создания непосредственно у вас в Пхеньяне, или как вы скажете, хоккейной команды детской. На встрече также обсудили сферу культуры. По словам губернатора, сейчас стороны налаживают хорошее партнерство. С 18 по 25 марта в Пхеньяне у вас в городе пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра, где мы покажем спектакли «Спящая красавица», «Жар птица» балетная. Я думаю, что это вызовет живой интерес у жителей Корейской Народно-Демократической Республики. Думаю, что такие обмены творческими коллективами, в том числе и с вашей стороны, были бы полезны. Руководитель Приморья поблагодарил корейскую сторону за теплый и радушный прием первой российской туристической группы. Почти 100 человек, которые буквально сегодня вернулись из вашей республики, где великолепно отдохнула, покаталась на горных лыжах, дала высокую оценку туристическому потенциалу вашей страны. И я уверен, что такие рейсы, они будут вызывать интерес у жителей Приморского края, у жителей нашей страны, потому что были представители 11 регионов. И Владивосток здесь является удобной транзитной площадкой, через которую будут совершаться такие туристические обмены. Напомним, накануне впервые за последние 5 лет группа российских туристов побывала в Корейской Народно-Демократической Республике. Это стало возможным благодаря договоренностям лидеров двух стран в рамках ВФ-2023 Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также огромной организационной работе со стороны правления КНДР и правительства Приморского края. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.